Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен стал гостем 7-го международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». Встреча крупнейшего европейского политика с участниками форума состоялась накануне и прошла в формате круглого стола. Профессор Мойтен сразу признался молодежи, что это его первый визит в Россию. А выучить русский язык – голубая мечта, которая когда-нибудь обязательно исполнится. То, что я хочу, что, конечно, это очень необычное и большое событие. Конечно, я первый раз в России. Но самое необходимое то, что я пытаюсь создать диалог между нашими странами, поскольку сейчас на данном уровне между правящими партиями молчание, то есть по отношению к России никаких шагов не делается. Поэтому я и хочу вот это нарушить это молчание и сделать вот первый шажок для того, чтобы создать диалог между нашими странами. Мы видим, что рынок поднимается, возрастает, и, соответственно, если вы понимаете, что чтобы быть успешным, нужно это развивать, развивать рынок. И поэтому, естественно, мы понимаем, что мы хотим продавать товары, мы хотим торговать с Россией, но то, что нам мешает, это вот эти санкции, от которых мы и хотим избавиться для того, чтобы, скажем так, реализовать вот эти партнерские отношения, дальше расширить свои партнерские отношения. До начала лекции господин Мойтен успел ознакомиться с территорией палаточного лагеря и его правилами. Гость из-за рубежа без лукавства признался нашей съемочной группе, что весьма впечатлен. Насколько мне известно, то подобных форумов не организуется в Германии. И, естественно, это очень хорошая идея, что вы смогли пригласить молодых людей не только с одной стороны, но и также из многих других стран. Вот, это действительно хорошая идея, то, что вы ее делаете. И, возможно, мне придется перенять эту идею для того, чтобы нечто подобное организовать в Германии. Это очень необычно. С одной стороны, это очень хорошая атмосфера, как будто вы раскрепощены на отпуске, а с другой стороны, рабочая атмосфера, где вы можете обучаться вместе и получать какие-то знания. Память о российском форуме иностранный политик увезет с собой на родину не только идеи, но и памятные подарки. Делегация из Иркутска, к примеру, вручила гостю фирменную кепку с инициалами Иркутского авиационного завода. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.